Итак, друзья, что удивительно, но челлендж у нас немножечко повторяется. Братья Серовы, получается, дают нам челлендж попытаться взять мастера на ЕБР. В прошлый раз это был СУ-130, теперь у нас ЕБР. Спасибо за челлендж и поехали, что ж. Приз также эликсиры, как и в прошлый раз. Тяжа с ТЛТ. Нормально. Две имбы и ЛТшечка. И идеально было бы, если бы вот это место отстреляли как следует. Я сейчас могу нырнуть прямо туда. И в теории там можно будет что-нибудь делать. Наверное. Правда, только в теории. Как оно будет на самом деле, не знаю. Может быть, просто сразу убьют и все. А, я забыл режим включить, неплохо. Впрочем, ладно, будем считать, это был план. План был неплохой, судя по всему. План был прям неплохой. Интересно. Ах, де. Ах, де все. Ладно. Оп, шепотка нашел. И не только шепотка. Оп, и сушку нашел. Как она пережила это мероприятие, непонятно, но пережила. Да. Эй, больно. Ты тут вообще свои... Так и сушку видно. Сейчас бы мне немножко голдишки-то... Точнее, да, голдишки бы... А, 300 от арты. Неплохо. Хорошая альфа арты выскочила. Прям вообще неплохая. Выскочила в арты. Годная альфа. Да что ж ты за человек такой на Эмилии, а? Ну надоел. Берет и меня стреляет только, ну...
Других целей вообще не видит. Молодой человек. Конечно, приятно. Определенная какая-то, не знаю, уникальность, что ли, получается. Лишь бы меня, но напрягает. Напрягает, родной. Побежали отсюда. Да нет! Ну, ёлы... 28 хп. Ну, может быть, 128 у него было, там, 200, 300. Но за выживание накидывает опыта очень много. Это первая степень, и то маловероятная. Так, ёлки-палки. Так, ладно, я за едой сейчас вернусь. Так, ух ты, я тут, так сказать, уже пошел заедать грусть. Плохо. Я тут это, заедать тоску пошел, сорвался с места, пошел кушать. А вы тут чат рванули, да, я смотрю, взяли и все сломали. И сколько? 1503. Ничего себе дали. Я думал, это все. Уже грустить. Ну что же, получается, выполненный челлендж. Братья Серовы. Мне повезло. Спасибо.